Астрологический прогноз быка на 2024 год. Астрологический гороскоп на 2024 год сулит много интересного. Это время принятия серьезных решений. Плутон станет причиной необратимых потрясений, поэтому под влиянием эмоций придется изменить жизненный курс. То, что покажется разрушительным, может пойти на пользу и благотворно сказаться на качестве жизни в целом. Согласно прогнозу, в этот период нужно остерегаться следующего. Беспокойство и тревоги. Чрезмерной властности. Саморазрушение. Близких отношений с малознакомыми людьми. Импульсивных решений. Больших нагрузок. В начале года будет период торможения начатых проектов, но такой застой продлится недолго. Нужно расценивать его как передышку перед длительным забегом. Потребуется немало сил и времени на достижение успеха. Но 2024 год не обманет и обязательно позволит добиться поставленных целей. Трудолюбие и усердие для этого хватит с лихвой на весь предстоящий год. Представители земного знака очень практичные и приземленные. Их романтичными обещаниями и мечтами не увлечь. Но это и дополнительный плюс, ведь они всегда думают о хлебе на сегодня, а не о высоких материях. Значит, с ними надежно и безопасно. Гороскоп для мужчины. Гороскоп для быков мужчин говорит, что 2024 год будет тревожным и наполненным трудностями. Подводные камни удастся обойти, если больше времени уделять изучению вопроса, прежде чем вкладывать средства. Один из ключевых приоритетов будет профессиональная сфера. Для достижения успехов потребуется вложить достаточно сил, а иногда и собственных средств. Начинать новые проекты можно только будучи уверенным, что есть шансы, действовать на авось звезды не рекомендуют. В начале года мужчинам будет немного сложно. Но несмотря на медленное начало, год принесет изменения в самых разных сферах жизни. Весной ожидаются перемены на любовном фронте, ведь одиноких холостяков ждут романтические свидания и приятные знакомства. Семейные люди смогут вырваться на несколько дней, чтобы освежить чувства. Летний период будет хорошим временем для встреч с друзьями и новых полезных знакомств. Осенью лучше немного замедлиться и сосредоточиться на поставленных задачах. Они потребуют внимания и сил. Зима будет идеальным временем для расслабления тела и разума. Гороскоп для женщины. Женщины, рожденные в год быка по восточному гороскопу, найдут в 2024 году нужное количество энергии для осуществления задуманного. Им не помешает природная застенчивость и консервативный характер. Потенциала хватит и на семью, и на реализацию в карьере. Звезды говорят, что в какой-то момент ей потребуется взять на себя ответственность за обеспечение семьи. Благодаря своему трудоголизму и позитивному настрою она быстро добьется успехов в любой отрасли. Гороскоп для быков женщин в целом позитивный. В начале года будет время для встреч с друзьями и многочисленных праздничных мероприятиях. Всегда следует помнить, что они не только заряжают силами и вдохновением, но и могут отнимать много ресурсов, которые могли бы быть использованы более рационально. Во всем важна золотая середина, важно найти баланс между профессиональной деятельностью и личной жизнью, чтобы не было перевеса в одну или другую сторону. Повышенная нагрузка на организм приведет к обострению хронических заболеваний. Поэтому звезды рекомендуют посвятить время профилактическому осмотру и пройти вовремя врачей. Прогноз на любовном фронте. В 2024 году в любовной сфере ожидаются изменения, но преимущественно в положительную сферу. Серьезные сдвиги могут коснуться и статуса в браке, если над отношениями не работать и не уделять время второй половинке. Звезды рекомендуют при неизбежности разрыва воспринимать такие перемены как благо. Особенно если семейная жизнь себя изжила, и супруги были больше похожи на соседей. Надо дать себе время пережить негативные эмоции и двигаться навстречу новой любви. Начало года пройдет спокойно, но уже ближе к весне изменения коснутся всех. Одиноким людям предстоит череда романтических встреч и свиданий. Если человек уже в отношениях, то все может перейти на более серьезную фазу. Но необходимо уделять время своей второй половинке, приглашать на встречи, делать сюрпризы, иначе пламя страсти быстро утихнет. Денежный прогноз.
Астрологический прогноз на 2024 год сулит изменения и в денежной сфере. Много новых проектов и трудолюбие приведут к увеличению дохода. В начале года может потребоваться рискнуть, перемены в этот год неизбежны. Но если не довериться своей интуиции, то финансовая сфера может напротив просесть, и не будет хватать даже на необходимое. Консерватизм может не позволить увидеть новые возможности и перспективы, и стать серьезной преградой. А страх жизненных перестановок станет причиной отказа от позитивных перемен на профессиональном фронте. Для достижения успеха недостаточно будет просто плыть по течению, необходимо будет найти новое занятие и способы получения дохода. Карьера в 2024 году. Восточный гороскоп для быка на 2024 год сулит перемены в профессиональной сфере. Трудоголизм приведет к карьерному росту и позитивным изменениям. Из-за переменчивости периода смена занятия может быть кардинальной. Поэтому стоит приготовиться в конце лета к переезду или смене локации. Если в планах есть начать свой бизнес, то это лучшее время для открытия. Достаточное количество энергии и потенциал позволят добиваться поставленных целей и легко решать возникающие задачи. Поэтому не стоит бояться трудностей, которые всегда сопровождают новые начинания. Звезды предостерегают от возможного обмана и авантюр, поэтому не надо соглашаться участвовать в сомнительных мероприятиях, вкладывать деньги в мошеннические схемы. Лучше внимательно анализировать все поступающие предложения и не гнаться за легкими заработками. Здоровье в 2024 году. Быки отличаются хорошим здоровьем, и 2024 год их не подведет. Насыщенная бурная светская жизнь потребует много сил, поэтому некоторые хронические заболевания могут стать причиной для беспокойства. Планеты советуют регулярно проходить профилактические мероприятия и не запускать возникающие проблемы. Даже если это очередная простуда, надо дать себе время на простую передышку. Ежедневная усталость имеет свойство накапливаться, поэтому лучше давать себе время на размеренный отдых, посещение курса массажа. Также не стоит забывать о контроле веса. Сбрасывать набранные килограммы после долгой зимы будет тяжело. Не стоит злоупотреблять сладостями. Лучше записаться в бассейн. Плавание позволит поддерживать хорошую форму и не считать калории.